Здравствуйте. Сегодня на объекте наносим декоративную штукатурку лава. Наносим два слоя. Перед этим прогрунтовали грунтом глубокого проникновения. Спустя 2 часа после высыхания грунта покрасили краской. Цвет серый у нас. После высыхания краски спустя 12 часов нанесли первый слой маглобицей, распределяя штукатурку по всей поверхности. Почему маглобицей? От маглобицы очень хорошо можно растирать все полностью переходы. Если где-то есть переход, его легко можно растереть маглобицей. Оно подсыхает и получается идеально. То есть как первый, так и второй слой наносим одинаково. Крест-накрест маглобицей. И накручиваем восьмерочку. И так два слоя. Вот, меленько крутим. Получается очень мелкая шелкография, очень красивая. Финишный результат покажем. И вот такого вот превосходного результата мы добились из нашей штукатурки.